Еще больше заболевших. В Саратовской области по-прежнему фиксирует рост заразившихся мышиной лихорадкой. По информации Роспотребнадзора, в этом году жертвами инфекции стали уже 134 жителя региона. Большинство случаев, около 90, зафиксировано в Саратове. Из них 43 человека заразились в зеленых зонах. Еще 48 на дачных и лесных участках. До сих пор на территории Кумысной поляны сохраняется повышенная численность грызунов, которые являются переносчиками мышиной лихорадки. Осенью риск заболеть будет еще выше, прогнозируют специалисты.